Никто не в силах отказаться от ароматной картошки с грибочками, а если добавить немного сметаны, блюдо заиграет новыми красками. Попробуйте приготовить грибы с картошкой в сметане, это очень вкусно. Если вам удалось найти на рынке хорошие лесные грибы, грех не приготовить с ними что-то вкусное, не обязательно делать мудреное блюдо. Грибы с картошкой тоже отличный вариант. Чтобы приготовить грибы с картошкой в сметане, понадобится отварная картошка в мундирах, можете пожарить ее, а не отваривать, а также сметана средней жирности. Кстати, можете так готовить не только лисички, но и другие грибы. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Лисички 1 кг, лук 1 штука, картошка 800 грамм, сметана 300 грамм, соль, перец по вкусу, растительное масло по вкусу, количество порций 4-5. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачи!